пятницу на базе команды в Баковке состоялась тренировка в рамках подготовки к матчу с Териком. Занятие носило открытый характер, и у журналистов была возможность задать наиболее актуальные вопросы. В частности, что произошло с командой во втором тайме игры с Томью. Всегда говорю, и многие тренера говорят, что самый скользкий счет 2-0, когда, не дай бог, пропустишь, будет 2-1, уже психология переходит на сторону соперника, им легче играть. А так и произошло в этой игре. Мы пропустили ненужный гол, 2-1, и все, и расслабились, потухли, и не нашлось, наверное, тех лидерских качеств, которые могли собрать команду как-то и удержать победу. После матча состоялся целый ряд судьбоносных для клуба событий. В частности, исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Пашинин, заменивший на позиции рулевого, покинувшего клуб Игоря Черевченко. Разумеется, смена главного тренера – непростой момент в жизни любого коллектива. Такие вещи, они так или иначе влияют на коллектив в эмоциональном плане, в психологическом. Но в любом случае с ребятами мы разговаривали уже об этом. И все понимают, что все профессионалы должны выполнять свои функции максимально эффективно и ответственно. Все мысли сейчас исключительно о предстоящем выезде в Грозный. Положительный результат чрезвычайно необходим. Терек с разгромным счетом проиграл в минувшем туре Краснодару, но дома это совершенно иная команда. Недооценки никакой ни в коем случае не должно быть. Уже была у нас почти неделю назад недооценка в воскресенье, которая нам очень дорого стоила. Я говорю, что все прекрасно это помнят еще, и я думаю, мы сделали правильные уроки из этого.